Сахалин третьи сутки находится во власти снежного циклона. В регионе бушует сильная метель и ураганный ветер. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти призывают жителей не выходить из дома, а сотрудников перевести на удаленный режим работы. Непогода ограничила движение всех видов транспорта на юге Сахалина. Закрыты основные автодороги и межмуниципальные трассы, а также отменено движение общественного транспорта. Закрыт аэропорт. Тяжелее всего в непогоду животным, которым буквально приходится выживать в бурю.